суд готовится как доказательство того, что фарт пригодился нам в нашей обыденной жизни. Конечно. И на самом деле у каждого вот из нашей группы, по крайней мере, да, своя роль, кто-то там работает, учится, и там, например, Женя, она может, если не знает урок, показать этюд, что. Или если на нас наорет продавщица в магазине, мы уже не будем так скромненько говорить. Мы из диафрагмы можем там. Да. Или, например, вот мы вспоминали Валю, Валентина нашего, что он там это сможет придумать там, если забыл имя невесты, там красавицу и весь вечер, да, на корпоративе обойтись без этого. Вот очень, в общем, это полезный навык. И как итог этого интенсива творческого, театрального, как доказательство того, что театр вошел в нашу жизнь повседневную, девушки покажут вам этюд.